Всем привет! Вы на канале Jet Catke, и я сегодня бы хотела показать вам мою коллекцию мягких игрушек ЛПС. Вот. Не обращайте внимания, что в них трясется камера, просто я только что с музыкалки пришла и решила такое снять видео. И еще я себе поменяю канал когда-нибудь. Но аватарку, пожалуй, я не поменяю, даже не знаю, когда. Ну, пока последнее время я не поменяю. И начнем... начнем уже показывать я ваши... Мои, то есть. Все время путаюсь. Мои мягкие игрушки ЛПС. И они у меня будут по местам. И у меня всего... три мягких игрушек ЛПС. Да, простите, а то я говорю просто без сценария, что попало. Да. И да, ребят, извините, что я сейчас буду показывать все на кровати, потому что на окне у меня просто не влезет в кадр мягкие игрушки. Ну, зато у меня постель хорошая и красивая. Да, слава богу. Третье место у меня занимает вот такая вот собачка. Это собачка моей сестры. Я не знаю, как она ее назвала. Ну, вот так. Потом идет вот такая вот собачка. Блин, Джейд, в кадр. Такая вот собачка идет. Это собачка моей сестры тоже. Они вот так вместе шли по набору, но Милана их рассоединила. Ну, вот это она ее назвала Николь. И это второе место. И первое место у меня занимает Джейд. Тут такая от мягкая Джейд. Вот у меня только одна мягкая игрушка, а у Милан две. Я думаю, это несправедливо, но зато это моя любимая. И у меня из его коллекции две Джейд. Вот так. А, я вам еще сейчас покажу распечатку Джейд. Вот она, распечатка Джейд.